Как и все в Доте, эншенты имеют свои особенности. К примеру, любой рейнджовый хардлайнер может спокойно делать стаки, не уходя далеко от лайна, посредством установки варда на указанном месте для вижена и на 53 секунде ударить с реки нейтральных крипов, что сделает нам стак. В свою очередь, такие рейнджовые герои, как Трекса, Снайпер, Вер, Пак, Медуза, Феникс и другие, которым это выгодно, могут свободно фармить эншентов. Правда, предварительно вырубав несколько деревьев. Но не стоит забывать о стаках на 53 секунде, ибо фарм станет невыгодным. Также может делать и алхимик со своим первым скиллом, но для этого ему понадобится много маны. В лучшем случае, если вас не будут гангать и не будут мешать вам фармить, к 14 минуте вы уже сможете купить себе радик, а то и другие предметы по желанию. Ну а теперь перейдем немного к другой теме, такой как вардинг на эншентах. Ведь это тоже неотъемлемая часть игры. На видео вы видите лучшие позиции для того, чтобы заблочить спаун эншентов, а также обеспечить вижен руны. Почему эти места такие выгодные? Да потому что их очень сложно раздевардить, не заблочив свой спаун, да и очень сложно в принципе найти. Но есть еще одна особенность при создании стаков. Ударив данного юнита, скорее всего, мы не сможем повести его за собой, ибо он активирует свою способность и станет на одном месте. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи!